Всем привет! Мы сегодня с вами начинаем очень интересную историю. Историю одной девушки, с которой мы будем снижать вес. И сегодня будет первая серия нашей истории похудения. Я хочу познакомить вас с Аней. Мы сегодня разберем ее историю, почему вес набрался, что происходило, как она худела. И раз в неделю я буду выкладывать такой влог для того, чтобы вы могли наблюдать и смотреть, что проходит человек, который снижает вес, с какими сложностями сталкивается, что мы можем в таких ситуациях предпринимать. Как это все работает. Это будет очень, мне кажется, такой мотивирующей историей для тех, кто долго откладывал свое похудение в дальний ящик. Для тех, кто худеет, это будет тоже очень хорошей поддержкой. Мы очень многое будем разбирать со стороны физиологии, со стороны психологии, и вам будет понятно, почему происходят те или иные процессы в организме, почему вес останавливается, почему у нас в какой-то момент мотивация падает, и все, и нам просто хочется все бросить, и что делать с этим вообще. Поэтому я надеюсь, что вы нас тоже поддержите, будете поддерживать Аню, главное. Вот, и, собственно, мы начнем нашу историю. Это Аня, я уже сказала. Мы с Аней живем в одном городе, познакомились год назад, когда я приехала в Германию. Она была моей такой хорошей поддержкой, помощью, помогала мне с языком куда-то сходить в школу, поговорить, договориться. Вот. И только спустя год, хотя Аня знает уже меня давно, только спустя год она сейчас решилась снижать вес. Написала, что она хочет это сделать не просто со мной, а хочет это сделать вот так публично. Это, я скажу, что нужна очень большая смелость для этого. Вот мои подписчики написали, что ты очень сильная, очень смелая, потому что не каждый на это решится. Кстати, скажу, что публичное похудение – это очень сильный такой мотивационный фактор, когда ты не можешь сделать шаг назад, потому что ты понимаешь, за тобой смотрят, за тобой люди идут, да, и, ну, наверное, это тоже для того, чтобы не сдаться. А сейчас Аня расскажет о себе немножко, да, и, собственно, я задам вопросы, которые нас интересуют. Ну, все уже меня знают. Меня зовут Аня. Мне 38 лет, я дева по знаку зодиака, родилась в год крысы. Вот. В Германии мы живем 19 лет. Моя история. Ну, с детства я была таким пухленьким ребенком, да, то есть я никогда не была худенькой, там, тростиночкой, да, то есть я всегда была в теле. Очень сильно произошел такой сброс веса, это когда мне было... Была я в 9 классе, лет 14, 13-14, прям очень сильно похудела, прям такие платьишки красивые начала одевать. А похудела сама по себе? Или сама что-то? По себе, нет. Тогда, ну, как сказать, молодые гуляли очень много, больше находились на улице. В принципе, нас еда очень не волновала. Поели, поели, не поели, ну и так нормально. Вот, то есть, и вот прошел вот этот вот скачок, когда я сильно прям похудела. Тоже была очень собой довольна, конечно, это крылья. Может, это была первая любовь? Да, и любовь там тоже была, естественно. Вот, и я в 14 уехала из родного дома учиться, в 15, почти 15 мне было. И, конечно же, я тогда не задумывалась о правильном питании. Как вот мы кушали, так и кушали. Это было общежитие, это было все молодежно, все было интересно. Набора большого веса у меня не было до беременности. А в каком весе примерно ты находилась? Или ты тогда не была? Я не взвешивалась, вообще даже этим не интересовалась. Вот я смотрю, мне подходит моя одежда, да, я что-то могу, у меня тогда, наверное, М-ка была. Ага. Ну, да, то есть это были это прям... М, это 44-46 размер? Да, угу. На российским, вот, по российским меркам. Ну, у меня прям были такие вещи, прям очень, мне казалось, я прям совсем худая. Мы с девчонками даже вот так вот менялись. Мы, в принципе, все были в одном весе, ага. Мы менялись. И как бы оно так было интересно, когда я вышла замуж, такое прям платье у меня было белое, с голубыми петельками, так прикольно ага. Все было. Я сейчас смотрю, думаю, боже, какая я была худая. Боже, это же прям вообще тростинка, конечно. О, покажешь. Обязательно покажу. Конечно, качество тогда с нашим не сравнить, но есть фотографии, есть прям вот такая вот была. Вот, ага. Прям вот так. Ну, наверное, за это муж меня еще и полюбил. Ну и далее мы приехали в Германию после свадьбы сразу же. И у нас не было детей 4 года. Я сейчас точно не скажу, мне было, наверное, 24,
когда вы приехали сюда? Нет, в 19 мы приехали сюда, и в 23-24 у нас появился ребенок Александр, наш старший сын. А тогда, я помню, я весила 70, потому что у меня, как я пришла на прием к гинекологу, 73 килограмма. 72 800, что-то такое. Угу. Я так округлю. Это на первых сроках, да? Да. Прям вот, как только я почувствовала, что беременна, пришла к гинекологу, и, естественно, там взвешивают, и вот такой у меня зафиксированный рост. Угу. Рост, вес и положение. Угу. Вот. Далее я набрала немного во время беременности. В итоге беременность прошла очень хорошо. После беременности я... Вес дальше как? Уходил, вернулся к своему родному, или он остался таким же, или начал расти? Вот тут какая история произошла? Когда мы уже с ребеночком были дома после родов, я бы не сказала, что я прям много набрала. Меня прям похвалили, сказали. И я очень быстро скинула. То есть, ну это как бы он родился у меня в мае, и лето я прям вообще цак-цак, у меня все уходило просто, не знаю, активность и... Не знаю, может быть, у меня обмен веществ был тогда намного... Грудью кормила, да? Грудью кормила 3 месяца. Хорошо. Это да, хорошо. Ну, больше не могла. И у меня вот начались проблемы с ногами, я вот помню вот это вот очень хорошо. Меньше стала двигаться. Не знаю почему, но я меньше вот это вот было. А потом я просто устроилась на работу. Когда ребенок пошел в садик, у нас с 3 лет ребенка берут в садик, я пошла на работу на одну, устроилась на вторую и нашла еще третью. Ну, это такие маленькие работы, где основная была и где были еще подработки. И там просто некогда было жирнеть, естественно, да, был загнанный ритм жизни. Естественно, что я кушала не так, как бы я сейчас кушала, как сейчас я кушаю. Ну, естественно, что потом пополз вверх вес. Но это случилось не сразу, это, наверное, случилось через лет 5-6. После первого? После рождения ребенка, да. Оно мелкими шагами, но шел вверх. Я бы не сказала, что я раз и разбомбела за раз. Нет. Смотри, получается, что ты работаешь на 3 работах, да? Есть ребенок маленький, который растет. И ты, по сути, ты говоришь, особо не было времени даже есть, да? Но в этот момент вес растет. То есть какая история получается, что были вечером поздний ужин, да. Там он был большой. Он мог быть большим. Он мог быть большим, потому что приходишь с работы, ну, например, в 12 я дома была ночью, к 12, конечно, мне хочется кушать, да. Я села, покушала, я не выбирала тогда, что я кушаю, да, покушала, большого промежутка между этим не было, сразу спать, и вот так оно накапливалось, вот, и, естественно, оно приходило все больше и больше. Помню, есть фотографии у меня, мы были на юбилее, когда у меня был вот такой прям классный спад после того, как я родила, и мы пришли на юбилей к моей подруге. Я прям вообще такая худенькая была, мне казалось прям, ну вообще. И это не с какой-то системой, ни с чем. Это вот просто у меня хорошо, обмен веществ работал, все было нормально. И вот после этого как раз вот это работы, неправильное питание. Я уже не находилась столько времени дома, я уже так не готовила. У нас семья была маленькая. Муж, он тоже, он часто был в командировках, и мы с ним как-то более вдвоем были. До того, как он пошел в садик. И вся проблема началась, когда я забеременела 2-м ребенком. То есть, если так вот 10 лет прошло, то есть моему среднему ребенку 6 лет исполнилось вот недавно. И там вот я набрала, даже до родов я очень много набрала уже. Пришла к этому весу. Тоже у меня есть зафиксированные данные, тоже от гинеколога. Далее, после того, как 2-го родила, вес вообще, я не знаю, я просто пухла на глазах. Сама вот просто для себя пухла. Я обратилась, конечно же, к интернету. Что я там видела? Всякие разные диеты. Ну да. Потом, значит, я обратила внимание, у меня сестра обратила внимание, и потом я вместе с ней начала на одну систему. Причем она мне очень хорошо помогла, система. Я даже без каких-либо марафонов прочитала самостоятельно. Я очень ответственный человек, я подхожу к этому очень ответственно. Я посмотрела, как, что, для себя выбрала рецепты. И я уже понимала все принципы,
и жила вот так, по этой системе. То есть у меня была постоянно эта система. Вес уходил очень хорошо. Я добилась результатов, которых я хотела. Это, я даже так сейчас скажу, где-то 31 или 32 килограмма я тогда сбросила. Ну, это где-то год. Год, наверное, ну, в пределах года. Может, плюс-минус месяц, я сейчас уже не помню. Вот. Сбросила вес, была очень довольна. Вес долго удерживался, потому что система продолжалась, да, то есть я где-то уже начала нарушать, но я и в течение года, естественно, тоже нарушала, но опять приходила обратно в систему. То есть нарушение, я считаю, да, вот сейчас, раньше я себя прям кусала за это, ай-яй-яй, ты что делаешь? Прям внутренний такой разговор между собой был. Аня, так нельзя, начинаешь себя ругать, потом думаешь, да пошла ты. Ну, это вот этот вот, как сказать, Чувство вины. Да. Думаешь, ну зачем? Да, зачем ты это сделала? Ну вот уже же нельзя было, надо было уже остановиться, вот ты поела. И вот этот разговор. Угу. Меня он загонял прям потом. Думаю, да и ладно. Все. Слушай, а ты помнишь, каким весом ты начинала вот эту систему? 120 или 100, да, 120, наверное, это было. И ты дошла до 80 килограмм? До 80, да. 80. Не меньше 80. А, вот так вот. Еще не меньше. Это вот, это 120, и это максимально тогда. Я до этого уже не доходила никогда, такого 140, знаешь. Слушай, а в чем заключалась вообще сама система? Вот какие твои принципы были? Да, мне очень понравилась система. Там можно было утром кушать все, что угодно. Вот прям вообще все, что хочешь? Даже слона. То есть ты можешь есть тортик, картошечку? Да, да. То есть там по системе разрешалось с утра кушать абсолютно все. Взвешивать надо? Нет, я сильно не взвешивала, я примерно знала свою тарелку, и вот по этой тарелке кушала. Я знаю, что девочки многие взвешивают, а я нет, потому что там не обязательно считать было калории. Ты ешь, что ты хочешь утром, абсолютно. Тортики, пельмени, ну вот шашлык после вчера, да. Ну то есть вот такая история была. В обед уже там были правила. Вообще было только две крупы. То есть можно было только одну из двух съесть в обед? Да. А это какие-то крупы? Это была гречка, и это был рис. Белый? Нет, пропаренный, коричневый. Он такой более коричневый. Бурый. Ну да, вот он бурый, он здесь у нас как... Да, и все. И вот на этих двух крупах, а когда ты хочешь, извини меня, там тоже, я не знаю... Макароны, картофель. Да. Но есть еще много других круп. Да, вот у тебя огромный список круп, прям вообще душа радуется. Так все разнообразно, и поэтому ты нет здесь такого ограничения. А там что два. Еще можно было... А порция крупы какая? Уже я не помню. Не помнишь? Нет. Ну там было какое-то ограничение? Или да, было ограничение, была тарелка и... А к крупе что можно было? Белок. Это может быть рыба, это может быть мясо, разное мясо. Свинину она тоже как бы не совсем допускала, но можно было, но в небольшом количестве, без жира, естественно, вырезка должна быть. Да, вот так было. И ужин. Три приема пищи было? Три приема пищи, да. Можно было сделать небольшой перекус, там типа орешек, яблочко-то такое. Три приема пищи. И последний прием пищи должен быть не позднее 7 часов. Но прямо это совсем не позднее. Вот. Я тебе могу, знаешь, чем признаться? Я вот когда прочитала твою программу, я выкинула ее из головы, просто все выкинула. Вот знаете, как будто просто я перелистнула лист и сказала, что я к этому больше не хочу возвращаться. Я этот путь прошла с этой системой. Оно сейчас у меня не работает. Почему-то я была уверена, что я могу дальше быть всегда на системе. Но, может быть, с возрастом она больше мне перестала подходить, потому что результаты были, правда, шикарные. Но я всю систему хорошо знала. Я очень хорошо знала, что я должна есть. Но оно не работало. Не то, чтобы я шла постоянно по ней, я начала нарушать. Мне надоели эти две крупы. Мне надоела эта тарелка. Я хотела что-то другое. Единственное, что меня спасало всегда, это утро. Утро начиналось всегда классно, да. Все можно. Ты прям так, да, ты смотришь, все можешь с холодильника достать, покушать, пожалуйста, до 12. И вот это не расписание, я так скажу, потому что это не расписание, до 12. Кто-то уже завтракает в 8, кто-то завтракает в 12. Но я считаю, это тоже как-то неправильно.
На марафонах подробно объясняла, которая вела марафоны, создатель этой программы, системы. И она, например, вела тоже как бы, но это не было такого индивидуального, как вот у нас сейчас с тобой. Это мне не хватало ее живой. Вот я пришла к ней на марафон, все очень как-то суховато. Больше общаешься с девочками, которые тоже с тобой худеют. Да, это классно, мы друг друга поддерживаем, это очень хорошо. Но вот так вот, чтобы прям за руку не было. Вот это вот, и вот оно у меня здесь, вот просто, почему я тебе и позвонила и сказала, что я просто все, я больше не могу, мне нужна помощь. Смотри, то, о чем ты сейчас говоришь, очень интересно, знаешь, чем? Первое, вот я всегда говорю о том, что когда человек к нам приходит, а это зачастую люди, которые худели не один раз, то есть вообще очень большая редкость, это большое везение мое, когда человек приходит первый раз худеть. Потому что с ним вот реально очень простая работа. Он все слышит, для него это, вот знаешь, как первый раз он такую информацию услышал, для него это просто вот, как знаешь, как закон. Все. У него нету в голове вот этого, а я слышал по-другому, а говорят, а вот эти говорили вот так, а вот эти так говорили. У него нет вот этого диалога, нету сопротивления. Я скажу, что я всегда говорю, если вот вы уже худели где-то, когда-то, с кем-то сами, там, на куче диет, очень классно, когда ты приходишь, и вот просто этот опыт, как ты говоришь, просто переворачиваешь страницу, да. Пишешь, все, я начинаю сначала, я ничего не знаю, все, я в первый раз, первый класс, и не накладываешь вот этот опыт, который был, потому что он очень сильно мешает. Если у тебя только начинается вот этот диалог и сомнения внутри, начинаешь все сравнивать, это очень сильно тормозит. Потому что у тебя появляется куча страхов, а здесь мне нельзя было крупу, а вот тут мы едим, в смысле мы едим лаваши? И вот это, знаешь, у людей сразу такие глаза. Вот. И это очень, вот прям ты сказала, что, говорит, я перевернула страничку, это прям классно. Вот это прям нужно брать для тех, кто начинает худеть. Вот надо тот опыт, просто из него взять как бы урок, сделать анализ, перевернуть страничку и все сначала. Дело в том, что мне это и мешало прийти к тебе. Потому что я знала систему. Я знала, что у меня были результаты. И я так думаю, я за тобой наблюдала. Конечно же, я видела, как девочки худеют с тобой. Моя подруга худела прямо у меня на глазах. И думаю, ну хорошо, ну классно. Но когда я смотрю, что там вот такое надо есть, там, боже мой, да там сахар надо убрать. Во, для меня это было вообще что-то. Как сахар убрать? Что? И мне утром кофе с сахаром хотя бы одну ложечку обязательно надо было. Ну, естественно, тортики. Мне сестра обалденный торт стряпает. Поэтому, ну как же, мы, дни рождения часто у нас бывает, у нас большая семья, много родственников. Думаю, ну как? Ну ладно. Мне, конечно, эта система устраивала тем, что я могу себе вот это позволить. И когда я видела в твоих и в сторисах, и также мне подруга говорила, вот там вот это надо, да, я этого боялась. Ужасно, как я буду перестраиваться, если я здесь уже все знаю. Но потом я пришла с собой снова в диалог. Я сидела на этом диване и начала плакать. Думаю, так ничего же не работает. Просто не работает. Весы мне показывают, что Ань, ты себя совсем запустила. А ты дошла уже, как говорится, до таких неприятных моментов, вот, что я себя некомфортно же чувствую в обществе. Ну вообще мне некомфортно. А в следующий раз я приду, я же не знаю, сколько еще прибавится. Потому что я знала вот что-то другое. То убрала и вот живу по этой книге. Немножко скинула, потому что я систему там пыталась внедрить снова в свою жизнь. Тогда я взяла марафоны. Вес начал сразу же расти. Я прям понимала, что, о, сколько гормонов она несет, я тоже не знаю. Вот, и похудела на несколько килограмм. Это потому что я уже просто вечером перестала есть.